старые добрые времена, и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками, рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку. Это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне? Мне это все ужасно не нравится. Будущее, по-вашему, не так мрачно, как мне кажется? Надеюсь, друг мой.